Всем привет! На канале Lorraine in America. И сегодня я вам расскажу о Флориде в январе месяце. Вот так вот тепло сейчас, вечерком, в 5 часов вечера. Люди одеты все налегке. Отправляемся в ресторан STK. Здесь мы зарезервировали место за 3 недели. И я покажу, какие блюда были заказаны в этом ресторане. Прежде всего на закуску подают вот такое вот масло. Это смесь оливкового с тыквенным и хлеб, который печется в этом ресторане. Ну, честно говоря, хлеб мне очень так сильно не понравился, поэтому я перешла к следующим блюдам. Ну, вот такой деревянной доске подают. Это на 4 человека. И сейчас покажу вам следующие блюда и напитки, которые были заказаны в этот вечер. Вот это первое блюдо, красиво украшенное. Ближе показываю, с тем, чтобы лучше вам было разглядеть, что подают в ресторанах Америки. Это Флорида, город Орландо, в одном из развлекательных парков. Второе блюдо. Эти чипсы готовятся тоже в ресторане, по-моему, картофельные чипсы. Столько много мест мы посетили, что я даже уже точно и не помню. Наугад сейчас говорю. Третье блюдо – это рыба со спаржей, с подливкой. Все, конечно, было очень вкусно и красиво украшено. Один из коктейлей перед вами – это сыр с макароны с сыром, с различными сырами. И вот еще одно блюдо с соусами для лобстеров и мяса. В таких вот кружках металлических подают напитки. Ну, кружки надо будет оставить, конечно. Если хотите забрать с собой, надо будет дополнительно заплатить за них. Это корона сегодняшняя всех блюд. Королева, вернее. Рыбное блюдо, очень большое оно, здесь есть и тунец, и крабы, и салаты разные из морепродуктов. С лимончиками, с разными тоже соусами подаются. Вот такие вот различные блюда были заказаны в этом ресторане. Но на десерт места не хватило, мы решили прогуляться. Покажу вам вид парка со второго этажа следующего здания. Перед вами планета Голливуд, пальмочки, ветерок такой легкий, погода изумительная. Примерно 18-19 градусов тепла. Она нас миловала, во время наших путешествий не было никаких дождей. Это еще одно кафе на втором этаже. Как видите, большинство людей в масках. Они обязательны при входе в кафе или рестораны. Только после того, как вы сядете за столик и подойдет официант, можно будет снять маску и сделать свой заказ. Когда трапеза закончена, тоже надо будет одеть маску и выйти из ресторана. Вот такие вот у нас правила, что, я думаю, очень правильно. Тем, чтобы защитить себя и окружающих, если в случае чего. Буду рада всем новым знакомым. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я буду больше для вас снимать и рассказывать правдиво об Америке. До новых встреч. Пока!